Ну, сегодня мы сделали вольер. Правда, он еще не достроен, кошачий. Но мы его достроим на днях. Но, по крайней мере, обитатели наши уже сюда въехали и вселились. Кис-кис-кис-кис. Кис. Видно сюда, кис-кис-кис-кис. А вон там еще один. Ну ладно. Здорово? Да, кисунь? Да. Вместе с кошариками у нас здесь живут целых 5 малышей. Они очень крошечные. Вот такие большие дети у нас, да. Целую коробку нам подбросили. Вот таких детей. Вот таких детей нам подбросили целую коробку. И ничего, кошки с ними мирно уживаются, да? Котята там. Это вход у нас в комнатку, чтобы было тепло. Да, мои золотые. Да. Ксюня, там маленький у нас один, да. Мы его сейчас заберем, ему укольчик делать надо. А вот этот вредный трехлапый, он всех бьет, поэтому он у нас сидит в клетке, и мы ищем ему дом. Да, ты противный. Такой вреднючий, кажется, инвалид, должен быть добрым. Нет, он рычит и лезет драться к белому коту. Он у нас вредина. Так что будем воспитывать. Да, ушастый? Ладно, мои золотые. Да. Зимой будет тепло, у нас отопление здесь есть. Зимой все закроется, да? Ну, на ночь все сюда. А вон там еще малышня наша сидит. Вот этого маленького уже обижает бедного, да, беленького? Обижает беленького. Ты уже здесь сидишь, кисуня? Ты мой золотой. Да, завтра достроим, сделаем лесенки, повесим кольца. Эй, малышня, малышня спать легла. На песочке тепло, да? А вы, красавчики мои, ой, мои маленькие дети, мои кошечки, ой, мои красавчики. А эти играют. Все, мы их вытащили из клеток наконец-то. И теперь у них хорошо. Все у нас теперь будет хорошо. Этот еще боится у нас, котяра, да. Ты у нас сейчас скажи, я боюсь еще. Я маленький и я боюсь. Ну, он красивый. Ничего, все будет хорошо. Все будет хорошо. Вы, красавчики, может, вас выберут? Там еще бардак. Зато здесь чисто и красиво. Вот так. Сделали высокий, чтобы была черешня полностью. Потому что котам очень нравится дерево. И тень хорошая. Здесь не будет жарко никогда. А от дождя они спрячутся в домике. Большая собака пришла. Такая большая собака. Иди ко мне, иди сюда. Иди сюда скорее, красавчик. Мамин, иди сюда, солнышко. Ты красавый такой, мамин. Сяка такая, такая мамин. А вот еще один таракан ползет. Им по 2 месяца, но они весят всего по 600 грамм. Пузатики накушанные, да? Все. А, это наши, да, наши приходят проведать. Но кошки их не боятся. И бьют лапами, наоборот, через железку, да. Ой, а там, а там надо достраивать еще. Ничего, все достроим. Все достроим, да, красавчики мои? Красивые рыжие такие. Красивые мои золотые, такие красивые мои. Мои хорошие. По крайней мере, теперь у них будет нормальное существование. Нормальное. И слава Богу. Да? И слава.